Анна Семенович, российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица. С 2003 по 2007 год была участницей группы «Блестящие». Мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках и танцах на льду. Не так давно Анна Семенович отметила юбилей. Экс-солистке группы «Блестящие» исполнилось 40 лет. Звезда подчеркнула, что относится к своему возрасту позитивно и считает эти годы самым расцветом. Анна Семенович, которая периодически радует своих фанатов горячими снимками, на этот раз выложила действительно незабываемое фото. Звезда опубликовала в своем инстаграме горячий снимок, на котором она позирует в роскошном красном платье с невероятно глубоким декольте. Анна Семенович продемонстрировала поклонникам свою знаменитую грудь. «Когда жизнь поворачивается к тебе задним местом, покажи ей свои зубы в широкой улыбке, и она не устоит», — подписала снимок Семенович. Мужчины не упустили шанса воспользоваться этим и завалили владелицу пышных форм комплиментами. «Шикарная фигура. Сногсшибательная грудь», — писали подписчики. «Роскошная дама. Так бы и женился», — написал другой. Кто-то назвал Семенович богиней, а кто-то цветком и зрелой розой. Некоторые пользователи отметили, что певица очень идет красный цвет. Другие призвали ее прекратить хорошеть, иначе глаза взорвутся от такой красоты. Анна Семенович недавно рассказала, что ее грудь до сих пор увеличивается в размерах. Виной всему редкий диагноз. Так, за 10 лет ее бюст увеличился на 4 размера. «Я обращалась уже к врачам. Я делала операцию на грудь. Я себе уменьшала грудь. Я сделала эту операцию 3 года назад. Уменьшила грудь с 9 до 5 размера. А сейчас у меня 6-й», призналась певица Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Анна Семенович раскрыла, что долгое время выбирала компетентного хирурга. В конце концов, она остановилась на американском специалисте, оперировавшем голливудских звезд. Операция длилась часов 6. «Я была под наркозом. Это ювелирная работа. Мне дико повезло с доктором. Я очень волновалась. Это был мой первый наркоз в жизни. У меня началась паника, я стала задыхаться. Мне укололи успокоительное», — рассказала певица.